талантливости этих ребят усомниться нельзя. Прекрасно поют, играют на музыкальных инструментах, занимают призовые места на танцевальных конкурсах. У каждого особенного ребенка в школе «Надежда» есть свой особенный талант, говорят педагоги. Главное – суметь его разглядеть. Мы очень хотим, чтобы наши дети выросли очень, знаете, добрыми, правильными людьми. А правильные – это какие? Которые чтут своих близких, которые уважают старших, которые знают, что такое субординация, что такое учитель, какая это великая профессия. В этих стенах нашей школы мы все это объясняем нашим детям. Труд педагогов налицо. Непростая, каждодневная работа помогает ребенку раскрываться. Для этих ребят нет ограничений. Даже спортивные препятствия преодолевают легко. Не устояли и гости. Между нами не должно быть границ, уверены и организаторы, и гости праздника, посвященного Международному дню инвалидов. Таланты особенных детей необходимо показывать всем. Мы одни из первых вообще в области, у нас появилась такая школа. И, конечно, нужно всячески поддерживать ее педагогов, потому что это особенные дети, но в них большой потенциал. Мы сегодня увидели успехи детей и педагогов. Мы радуемся за их успехами и следим за ними. И хотим, чтобы они почаще выступали на всех площадках нашей страны, потому что педагоги уникальные, а этих детей должны видеть все, потому что они очень талантливы. В завершении символические подарки, слова благодарности для юных артистов, спортсменов и педагогов. Праздник подарил массу положительных эмоций всем. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».